Блин, Коля, обидно. Вот я сейчас на самом деле расстроился, конечно, от этого ответа. Максим, еще давайте выбирать, какие подарки. Вот видишь, нахрен, выбрали подарки. Накаркал нахрен называется. Да нет, не накаркал. Накаркал. Да ни хрена, ну попроси бабушку свою, что такого-то она, Это она, бабушка. что ли, едет или тетя, блин? Ну чё вы, Не, вообще хотите? попробуй в реале уговорить как-то, я не знаю. Ну, бабушка моя Смотри, дала добро. Понимаете, бабушка дала добро, там а какая-то школа, тетя сказала, напиши, что какая-то нет. школа. Они вместе едут. Нет. Она просто дала добро. Но я не могу переубедить ее. Я-то ее знаю, характер своей тети, поэтому такой вот пиздец, конечно. Ну, может быть, она не знает, про какого она друга, ты друга Да говорил. при чем тут это? Я при чем тут знает, не знает. Я просто сказал, что Как раз как бы таки мы с при этим другом чем? давно. Вот тут тупорылый, конечно. Я себе сказал, что. Что я сказал? Что-то ты не договариваешь. Костет, ну это бессмысленно, ты же понимаешь хотя бы хоть как-то. Прикол сам. Но видишь, мы же играем в Гамбит, возможно, у него план удался. Ну это уже за рамки выходит, честно говоря. Хватит эти Да, свои это за бредовые рамками. предположения делать. А что, это просто предположение, я просто Гипотеза, прошивает гипотезу. предположение. Тут прям кусок отломился. Короче, я не знаю, она сказала, что уже выезд уже завтра, надо было раньше готовиться. Блин, а чё за вечер? Времени вообще, блин. А, характер тети, блин, Серёг, какая херь ты момент, Блядь. конечно, просрал. Да блядь. Они не посвящают никого от нас в семейные дела всякие. Нет, я просто, понимаете, это спонтанно. Я написал, типа, давайте встретимся. Просто мы с ней любим иногда погулять по выходным. Она такая, ну вот, я там уезжаю в софт, и она по каким... По своим... Ну, по работе, короче. Ну и, короче... Вот что случилось, то случилось. Блин, ну она что, получается, 3 часа едет по работе, там, в Софрино, именно в Софрино, прям очень много не сходится. Кастет, вот ты тупой просто, извини меня, ну пожалуйста, но уже правда обижает. Ну, с теорией вероятности это просто очень маленький шанс. Теория вероятности это 1 к 1 000 000. Вот я согласен, 1 к 1 000 000 шанс. Ну Вот это, вот. я с таким же успехом мог сказать, что ты летишь не в Санкт-Петербург, во Владивосток какой-нибудь, когда ты мне сказал, что ты едешь туда. А я к тебе поверил, вот по факту. Санкт-Петербург это город государственного назначения. Там много чего отправлено. А Федерального назначения, может. федерального назначения. Там много чего построено, там экскурсии. А вот бабушка поедет по работе. Какая бабушка, тетя, дебил? Ну, тетя, не важно. Как это не важно? Тетя и бабушка, ты чувствуешь разницу хотя бы? Коль, может, ты ему объяснишь, что к чему? Он совсем дурачок. Колю и ба... Ой, тетю и бабушку, блин, путает нахуй. Тетя Не в это это одно и то сестра же. мамы или отца. А бабушка это вообще мама... Да, я знаю, но там просто про тетю и бабушку вы говорили, поэтому я не запомнил. Да блядь! Тише. Давай, надо убираться. Давайте же, надо убираться. Надо убираться. Да вы же вижу. Тише. Тише, нагибатор. Да как я к тебе больше ударил? Топи его, топи, нагибатор. Нет. Да.
так немножечко упал, чтобы ты не смог до меня дотянуться. Тут Гной своей базе там побыл, а мы повырубались. Серега, давай. Сейчас ему писи да, попробую. База. Теперь да сдохни же! Потопись теперь. Потопись. Это борьба какая-то нафиг. Это да. Что за хуйня? Какого хера? Вот так вот. О, топись. Мразота. Утопись же. Да блядь. Фуражка, водик с фуражки. О, мой такой пальчик вверх. Я там. Блин, этот кисель хуже стал вот после обнов. Нет, что? Наоборот, там же так топится медленно. Ну тебе лучше. А так хуже. Мне лучше. Эх, жизнь, гамки. Фига себе. Да блядь. Охренеть, Кмаку. Коль, ты это видел я так-то? Да-да-да. Вроде. Блин, завтра в школу. Ну, ничего, а, кстати, могло быть и не в школу. Успокоение. Осталось только лишь с тобой разобраться. Это, кстати, я придумал. Осталось только лишь с тобой разобраться. Ну да, это я сказал. Как говорил мой дед, жизнь велика. Тише, у меня уши на микрофон. Ходит. Куда? Хопа! Хопа! Там небоскреб, офигеть! Ой! Охренеть! Давай же! Сдохни! Давай! Так-то лучше! Давай! Там кончик! Кончик сзади, кстати. А, у нас по звезде. А, тут надо быть осторожным. Be careful. Помнишь, здесь нервные крики охренеть было? Нервные крички. Все, я тут, Одекс. Да, ты мразота, мразота. Я перегородочку сделал. Алло, Коля, этот упырь гнойный залез туда. А, это плохо. Я вылез, а что это такого? Это очень. Давай, опа! Нервные крики. Тут нервно все реально. Оди. Строители билборда. Нет! Ой, я тебя так бью! Нет! Слушайте, вот теперь факт того, что у кого больше звезд, того и надо бить, вот меня уже привлекает. Ой, ну ладно, давай. Гондола. Ты гондола? Я в убежище 111. Это убежище 114 или 111? Это 114, а там 111. Да сдохни же. Сделал, я прям такой... Одик. А, меня усмирили. Усмирение, обезьяны. Тебе нужен кочек. О, мы так тебя бьем. О, нет, за спину. Да, вот так вот, давай его, Коля. Так ты ему сдал. Так ему... Нет, пожертвуй собой, Коля. Давай, жертвуй собой. Нет же, мразота. Давай туда. Нет, мы ничего. Успокаиваемся. Гондола. Да почему, блядь, что за хрень? Почему не удалось? Руф-руф-руф-руф. Руф-топс. Пруф. Вас тоже бесит, когда какие-то тупорылые школьники начинают пруф. Да.
Кстати, идёт. Серёг, у тебя и у меня две звезды. А ты тебя так держишь, охренеть. Я как будто меня как будто повесили. Тебя повесили, повесили. Котик. Да ты. Вообще, буквально, может, это тебя обломился билборд угарно. Да. Ты там еще вырубился от него, было угарно. Я на ножички. Порыла. Я вот так сделаю, Одик. Ножички. Стекло! Наручники. Тебе нужен котик. О, я так знала. Пожертвуй собой. Да что, не хочется. Не хочется. Пожертвуй собой. Охренеть, я тебя прям так вытянул. Я тебя как Томми из Родехи. Я это на квадратик, пожалуй, сделаю. Томик.